туристы, падлы вы, суки, сволочи, ублюдки. Да. А так тут красиво. Сохраним Шумак ради миллионов пока нерожденных детей. Будьте сознательным туристом, забирайте с собой мусор, свой мусор. Суки, туристы, ну что же вы делаете-то, а? Ублюдки. Это ж такой природный дар, а вы все засираете, козлы вы несчастные. Все засрали. Скоро придут и будут на этом мусоре стоять же. В своем же мусоре сидеть. И так всю Россию просрали. День 4, 5 сентября. Здесь мы поселились. Внука номер 13. Такая уютная, что мы думали, что она кем-то внука. Тут есть даже поверили. Тут же всякое. Зубы, губок, до хрена. Сетки. Там где-то есть туалет, и недалеко вода даже. Вальник. Чекет какой-то висит. И на ее построено мимитиковым. Обратите внимание, сколько. Прямо как музей. Самое офигенное в этом зимовье. Это окно на потолке. Вы видели когда-нибудь такое? А вот мы тут бичуем так. Всякие краски есть, вот котелок, печка у нас. Мыши водятся, конечно, куда же без мышей.